привет! Сегодня покажу, как Саник коневалу поменять. Ну тут уже братва была, короче говоря. Все это хорошо подкручивалось. А тут что такое скрученное? Да, даже не вылазил. Да, он разбитый был. Его ключом пытались, и никто не смог его открутить. Я его зубилом. Вот сейчас скажу, покажу. Зубилом его и открутить. Правда, чуть надо нагреть его, чтобы та краска, которая там сидит в болте, вот эта синяя для резьбы. Сейчас где-то покажу. Вот этот синий для резьбы, чтобы растаял. Вы же видели, масло здесь слился. Вот здесь слился, вот по сенсору. Короче, и... везде раскидывал, да? Да, но именно с прокладки он бил. А не самого сальника, да? Не сальника, да, в том-то и дело. Сальник здесь обычно, здесь не надо направляющий. Тут сальник такой, что он вот так толкнул его и все. Угу. Не надо направляющий делать, ничего. Тут американцы вперед посмотрели. Да, но мотор-то не американский. Ну, значит, их не дизайн. Ну да, их не. Они его поставили сюда по этой причине. Ну вот, видите, я не знаю, но мне придется, наверное, снимать, потому что, видите, здесь капало. И вот когда я... Еще что интересно, когда они хотели, наверное, открутить, здесь был силиконом все заклеено полностью, чтобы масло не капало. Ну вот, смотрите, здесь то же самое. Здесь, вот, ребят, смотрите, силиконом все заклеили здесь полностью. Также здесь все заклеено было, чтобы не было видно утечки масла. Вот так англичане механики работают. Мужик пришел, наверное, сказал, масло течет, все сказали, коленвало. И ни хрена ничего не снимали, просто залепили нафиг, да, да и все. Кап. Все позаклеивали здесь, понимаете, и чтоб, короче, не было. Не пачкалось, короче, асфальт ничего, чтобы не пачкалось. Проверить, чтобы трещин не было здесь. А, масло, видите? Да, масло видится. Да. Это в сторону сломался. Сейчас мы откручиваем сенсор. Видите, болт масляный. Он не должен выходить, болт. Он весь масляный. Ставим весь масляный. Все. Сейчас будем сперва здесь откручивать ключ на 8 и вперед. Это
видите, какую форму принял. А когда новое, он вот так стоит. Вот так. Потом, когда вы одеваете, блюк и все. Шпатель пойти взять. Штука. Тщательно надо все помыть, чтобы чистенько было. Не было ни масла, ничего не было. Вот тут желательно силикон поставить. А сальник должен чистый быть, сухой. И это сам коленвал, то есть должен здесь сухо быть. Синий цвет должен на вас смотреть. Немножко его и просто его. Установили его. Так, сперва мы нажимаем. Thank you.
все сейчас закручено. Сперва нижний вы закручиваете. Тщательно надо вытереть, помыть этот магнит. Клин сделать, короче. Пять ньютонов. Он должен смотреть на вас. Ну, в принципе, видно, где болты становились. Тут нету болтов следов. Болты надо или менять, или мыть, и герметика специально для резьбы, чтобы масло не сифонило и не откручивалось.
резьбы. Мы будем сейчас его накручивать. Короче, все болты надо так сделать. Японца нашел. Японские эти болты. Они подходят. Нет, у меня их пережил все. Два. Две бочки почти что болтов, блин. Не нашел. А я помню, что это было. Так, там, по-моему, 14. Это японские, они 14, да. Ньютон-метры возьму, закручу его. 60 ньютон-метров должен быть. Ребят, я вам показал, как это поменять. Специальный. Все, всем пока. У кого какие вопросы, пишите комментарии. Ставьте лайки, бывает, удачи.